А можете бэкстейдж заснять, пожалуйста? Ловите. Не надо, зачем? Раз, делай что. Hi, sisters! Ужас. Айдели, все нормально. Ты говори давай, ты в центре стоишь. Но это не мой канал. А, да, точно. И что мне говорить? Сегодня мы с вами будем делать кукинг. Мы будем готовить тирамису. Эту идею мы взяли на западном ютубе. Кстати, Брайан Мапс снял такой неделю назад. Ну, гений в мысли просто сходится. Да. Сегодня у нас будет челлендж слепой, глухой и немой. Собрали все несчастья. Перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, колокольчик и написать что-нибудь хорошее в комментариях. Да. Да. Я буду глухой. Я буду слепой. Ну, я не хочу. Хочешь, я буду. Будь. Так ты будешь немой. Ты будь немой. Ладно, нет, я не могу быть немой. Все, давай я буду слепой. А, ладно. Я немая? Да. Окей. Опять меня пытаются все язык заткнуть, рот. Итак, ребят, вот у меня есть такие наклеечки. Короче, Макс, так как будет слепым, он будет делать все, чтобы все пошло максимально плохо. Я буду ничего не слышать, а Алиса будет пытаться объяснить мне, что надо делать. Мальчики, перед началом просмотра мы надеемся на ваш лайк. Ты уже сказала. Ваш лайк помогает нам преуспеть и быть лучшими. И да. Мои люди всегда со мной. Я включаю музыку, ты закрываешь, что ли? Я музыку слушаю. Да. Сколько пальцев показываю? А вот это... Немножко наоборот. Скажи, как тебя зовут? Что? Как тебя зовут? Тупой. Как тебя зовут? Не что ты кричаешь? Как меня зовут? Какой сегодня день недели? Как... Какой день недели? Какой сегодня день недели? Боже. Итак, ребятики, для начала, а можно мне открыть рецептик? Где мой айфон? На память не пробую. Делай что-нибудь, делай! Айфон! Бим-бим, алло! Ты же у тебя закрыты глаза. Ну какая, какая раз? Чего сделал так? Я буду... Йокс? Тирамису! Что такое йокс? Дура. Нам нужно 4 яйца. Ребятики, вот такой вот у меня сегодня рецептик. Ссылочка на рецептик будет в описании. Что ты делаешь? На! А можно мне миску? Во-первых, мы не сидим готовить. Алис, надо мне миску достать. В этой ящике. Что? Какую? Ничего. Куда она ушла? Пошла за миской. Большую? Да, где будем это устраивать. А ты что-нибудь видишь? Что? Какой кошмар. Так, ребятчики. Берем я яичко. А вообще видно ли людям? Аккуратно потряси, аккуратно потряси. Макс, я приду. Давай, давай, давай. Чтобы выжил то. Тихо, аккуратно, аккуратно! Так, все. Ты видишь? Я ничего не вижу, я профессионал. Как? Он что видит? Ты видишь? Я не вижу. Все правильно, погнали. Он 100%, он не мог бы так ровно сделать, я сомневаюсь. Алиса ему помогала. Да, помогай. Ну все, сваливай. Ну Макс, ну Макс, Макс, сваливай. А все видно на камере мой профессионализм? Алиса, держи ему очень. Да, надо. Валивай. Да, кидай. Я хочу ему миску вот так. Ты дура. Ты совсем... Подожди, не так. Ну, папа. Подожди. Видно с вами? Да, видно. Слышу. Да убери эти очки. Нет. Да в них видно все снизу. Не-не, ничего не видно. Алис, ты еще смотри, что с яйцом там. Кристина, смотри с яйцом. Задрала, мне кажется. Немного мимо. Немного мимо. Все, кидай, кидай, кидай. Скажи ему, Кристина. Да надо их отрисовать как следует. Да ну, Макс! Ну, что ты закрываешь, дура? Погромче сделай музыку. Please stop the music. Погромче музыку. Музыка, ап-ап. Чё? Дура, что кого дать? В руку, в руку, в руку. Мерный стакан. Базарить, хватит. Алиса, я не люблю.
У меня здесь стакан. Я здесь не знаю, что где. Что вам надо? Сахар? Сахар, сахар. Сахар. За 20. 30, 40. Кем я? 70, 80, 90. Что ты ищешь? Сахар. Ага. Чего? Алиса. Колы? Сахара сколько? Я помню, там нужен сахар. Сколько сахара? Алиса. Да насыпь без ложки. Да как? Сахар сколько? Это надолго. Где сколько сахара? Где? Вот здесь сахар. Вот здесь сахар, да? Да подожди. Аккурат. А там телефон. Ладно. Сами сыпьте. Все, очки сбиваем. Макс! Чё? Очки сбиваем. Макс! Сапли там в сахаре! Забиваем датчики. Надо взбить, я помню, до пышной пенки. Чё ты там молчишь? Чё ты? Алис. Не надо. Яйца надо сначала это. Он видит. Это я... Чё? А? Одень очки ему черные. Да не надо, это будет некрасиво. Ты свинья! Что это такое? Мы она только пышная. Начали, это что? Она пышная. Хватит скулить. Да хватит мешать! Хорошо, добавляй. Ты speak without lower. Поехали. Что? На другую миску типа? Почему оно раздельно? В эту миску. Ну да. 500 грамм маскарпоне. Знаешь, как он на английском писал это? Что, у меня там сыр маскарпоне. И вываливаем это все в эту миску. Нет, так делать не стоит. А это сюда? Да. Да? Вы все? Но можно оставить миску открытой? Тут яйца смотрят. Причесана, умытая, иду на пати, мама, где Москва, не Мадонна. Ты двигаешься так в музыке. Что это даст? Сколько сливок? Что? 6, 0, 60. Дай мне, Макс! Вкус. Так. Девочки, пока мы это готовим, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк и колокольчик. Вот, потому что... Наливай! Это... Тихо! Аккуратно! Куда? Не так! Почему они густые? Как думаете, если думаете, что я подглядываю, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Комментарий плюсик. Тихо! Слушайте, можно вопрос, пожалуйста? Надо венчики туда вставить. Серый к белому, белый к белому. Я просто не вижу, не различаю. Ну поаккуратнее! Макс! Кристина! Можно просто... Не давай ему микстер, не надо! Я не буду. Можно? Уйди отсюда! Сухать. Ай! Осло, Лагос, Закат, Абу-Даби. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Кристина! Она пошла. Что? Сделай кофе. Кофе, стакан. Ну, не знаю, как это делать? Там нет кофе, ты взял просто. Давайте делать с мамой. Макс, он не стой! Что ты? Что? Зачем? Что ты делаешь? Там есть вода!
Зачем ты? Да. Мало. А когда стоп должен быть? Теперь да, там эту линию перейдет. Нормально воды? Да. Шайтан когда, машина. Когда будет кофе набить. Шайтан машина. Астахан! Что ты нажал? Астахан! А! Я успела! Это же будет опорожняться под дом. Кайда! Опорожняется под дом сейчас будет. Она... Я не слышу! Убирай! Ты глупый! Убирай! Что? Сыр, макарфоны, есть еще? Есть? Да. Гуд. Добавь, пожалуйста. Отойди! Мусор подкрыл. Да отойди, из-за тебя кофе не видно. Это все? Да. Вы возьмите глубокую миску здесь. Что? Глубокую миску. И вылейте туда кофе. А есть еще маскарпоне? Что? Есть еще маскарпоне? Хватит мешать! Да у нас жидкий! Да хватит мешать! Он жидкий! Дорогие подписчики, а можно еще кофе? Включи кофе. А сколько мы сделали кофе? Включи кофе. Ради еще кофе, там мало этого, наверное. Сколько здесь? Оно очень мало, очень мало, очень мало. Еще, еще, еще. Еще сюда. Тут кофе? Да. Что, это я себе делала? Что ты делаешь? Там уже есть кофе. Что, это сюда? Он выбил мою кофе? А! Что вы? Куда? Что происходит? Просто оставить мне трогать. Там много кофе, Макс! Да это все для этого. Там весь стакан кофе. Все хорошо. Иди, Фак. Иди. Кофе. Это была лисенька. Боже, тварь. Просто, ну просто поздно. Молить. Мы сюда валить. Алло. Что? Включи кофе мне. Эспрессо давай. Воды залить надо. Не батона, не рия нам, я мила, она мила, я мила нам. Где вода? Берем. Макс! Ну как-то пофиг. Макс! Берем палку и... Не в кофе! В кофе! Берем палку, и сюда. И так все вместе. Не надо, она промокнет сильно много. А как? Вот так берем, обмакиваем и обратно. Ты что жрёшь? Как худеть к лету? Тебе надо, блядь, палку обмакнуть и туда.
примитивное создание. Да не сильно обмакивать, вот чуть дуло. Вот берешь туториал для особо одаренных. Раз, воп, воп, и гуд. И нашел кондитер. Что ты там шпателем собрался делать? Я просто записывала. Это шпатель? Пофиг. Это поварёшка, а не шпатель. Пофиг. Передаю привет моим дорогим друзьям. Передаю привет Гуле, Гулевской. Передаю привет Милане Стар. Передаю привет... Кто еще нас смотрит? Передаю привет Эльвире Ликабаевой. Передаю привет... Я вырежу. Это вырезать надо, да? Нет, нет, это не надо вырезать. Просто привет, привет маме, бабе, дедушке, бабушке. Всё, ты сказал по обраковине. Опять? Там да. Три осталось. Две еще. А, ну три, да. Как же пофиг. По бортикам сделаем просто. Сейчас, слушай, Лемибио кофе-пот играет. Да по бортикам, значит, по бортикам. А ты что, все видишь? Нет, просто я... Еще одну. Я третий глаз у меня. Это последнее. Больше нет. Ты знал? Что ты делаешь? Зачем ты? Убери за... Ой, блин. Ну вы... Да не какао сверху. Какао. Какао, да, смотри, пожалуйста. Сверху. Да? Из космоса. Какао в ящике. Это сита, опасно. Сита, 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 сеньорита. А вот это тебе зачем было? Бомбони готово. Мне кажется, надо его с дуршлагом с каким-нибудь. Я орала, да, все видео? Да, ты сильно орала. Это ж дома. Тихо, вот он там. Нет, я в смысле про окружающую среду. Флора и фауна. Пожалуйста. Ну я тут вытерла, еще тут был сахар. Что маскарпоне? Второй маскарпоне из холодильника. Это тоже просроченный. А что с ним? Тарик, конечно. А что, он кислый? Вкусно. Ты что там? Я что? Ты попросил меня второй? Какая дата, какая дата? Просрёмся всех коллектив-то. Не стал никому говорить, да? И главное спросил тогда, когда уже всё налипло. Вот именно. Не, ну точно просто подожди. До 16.04. Но нет, он был открыт. Ага. Мы такое не едим. Хранить не более 2 суток. Макс! Вы отправляетесь в суперфинал. Нормально. Макс! 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 Но оно вкусное. Что ж, вот такое видео у нас сегодня получилось. Мы облажались. Еще всем, как вы поняли... Ставьте лайк, если хотите вторую часть такого видео. Как вы, кстати, как вы поняли, наше тирамису не удалось, потому что мы... Ты добавил... Я не виноват. Что? Я ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы остаемся позитивными. И, дорогие телезрители наши, продолжайте нас любить, спеть... Гарихана! Видео на сегодня получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Что? Нет. 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 Активируйте колокольчик и всем. Социальные сети. Ссылочки будут в описании. Пишите в комментариях следующее блюдо, которое мы приготовим. Надеюсь, уже получше, чем данные из тязи. Так что будем. Пока. Всем пока-пока.